Hello. Hello. Я из Латкалина, вы откуда? Беларусь. Из Беларуси? Да? Че, как дела в Беларуси? Как там батька? Ну, батька, наверное, хорошо. А белорусы? Каждый по-разному. Ну, в целом, что там происходит в стране? Да, в целом, на самом деле нормально. Вот реально нормально. В плане все дешево, все бедно, ничего не происходит. Но все такие, как сказать, на спокойнике, нормально, у нас стабильность, чистота, менты работают, все нормально. Все дешево и все бедные. Как так? Не, я не сказал все дешево. Я начал, хотел сказать все дешево, но не сказал. Все бедно, бедно. Все Да, не бедно. дешево. Все Да, все дорого. дорожает. Все дорого. Ну, в отношении зарплаты. Сколько там это квартплата? Минске до хера в столице. При границе. Блин, ну, так, квартплата везде разная. Вот сколько зарплата? Ну, 200 баксов. В Украине таких зарплат нет, как у нас. 200 баксов зарплата. Да. А квартплата? Ну, образно, в город, в котором моя мама работает, получает 200 баксов. Ну, 220. А квартиру у нее сдают, она у нее своя квартира, она ее сдается за сотку. Новая квартира. За 100 баксов. Да. Не, а квартплата-то сколько? Сдается, это понятно, что могут сдавать. У нас А, сдают. квартплата. Я понял. Ты имеешь в виду за квартиру сколько Кто платить? живет? Да, Бля, я не, вообще... кто не снимает, а кто живет? Не, я не знаю вообще, сколько это все стоит, вот эти коммуналки, все вот это параша, вот это, не знаю. Не платите. А я не в Беларуси нахожусь, я из Беларуси, но я в Польше. Я А что? Ну, блин, я давно уехал. Я еще после до войны, до пандемии, я уехал. Мне не нравится, я не хочу. То есть, я хочу свободно ехать, я свободно путешествовать, я хочу пользоваться, блядь, Netflix, Spotify, не знаю, спокойно там оплачивать, принимать деньги со всего мира, да. А люди, а там этого не делают. Там закрыто все, не принимают деньги. Ну, вообще, да, что-то. Мне не хотят Слушайте, а развиваться. сколько курс белорусского рубля к доллару? К доллару? Один к трем. То есть 1 доллар это 3 рубля примерно. 1 доллар это 3 рубля. Слушайте, я вот смотрю, тут Белорус. курьер 1200 белорусских рублей. То есть это Какой 400 город? баксов. Минск. Какой город? А, ну Минск. 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 Я не говорю про Минск, я тебе говорил про свою маму, которая живет в Кобрине. Посмотри вакансии в Кобрине. Кобрина. Да? Кобрино. Так. Работа. Кобрино. А это сколько город? Население. Тысяч, наверное, 60-70. Может, сейчас 80. А, ну только небольшой, да, городочек. Ну да, городишко такое. Он 30 километров от границы с Польшей. Так. Кобрино. Только здесь в России есть тоже Кобрино, оказывается. Так, вакансия наборщик текста, заместитель директора по хозяйственной работе, вот, разнорабочий. Разнорабочий, Кобрин, Беларусь, 2500 белорусских рублей. Я маме скажу, пускай идет работает. Вот, разнорабочий, но строительный объект, 2500. Это если на 3 поделить, так это вообще нифига себе, это 800 получается, да, почти? Ну это, блядь, я в Европе почти столько зарабатываю, чуть-чуть побольше. Ничего Ну себе, в так это Беларуси хуйня. нормальные цены получают люди. Слушай, это я тебе говорю, 800 это баксов. я тебе говорю по жизни, как вот есть, как вот как Нет, торговый как центр по жизни, заходит, вот, я здесь вижу, как по жизни. это все хуйня. Слушай, ты позвонишь, они тебе будут хуйню Рабочий скажут. Как... склада на вахту. Ну, на вахте нормально платят. Тут аж 3200 на вахте. Ну я вообще не знаю таких людей, которых такие зарплаты в Кобрине, блядь. Кобрин, Беларусь. Вот, я открыл. Знаю, комбайнеры зарабатывают в сезон летом, но около 2000. Ну, вот оператор Это другие. станков есть 1800. А, от 1800 до 3. Ну-ну. Ну ладно. А что еще пишут? Самое интересное. Не, я вот просто открыл, работа какая-то, все.
Job Lab. Не, ну, типа, прикольно, если так, но я тебе говорю по факту, по жизни, как это выглядит. Это не так, чтобы не выглядело, что это был, да, я тебе говорю, как реально вот заходишь в торговый центр, который находится в городе, и поспрашиваю, какие у них зарплаты у торгашей. Просто, ну, тети, которые стоят, продают что-нибудь, да? Вот, у кассиров. У кассиров, кстати, посмотри работу кассиров. Сколько вот, вот уборщик, по факту. Вот уборщик есть 400 рублей, уборщик. В Кобре. Ну, хорошо, а кассир, допустим, кассир. Ну, тут слесарь по ремонту, швея, контролер. Тут нет такого, тут прям все подряд идут. Термист, медицинская сестра. Сколько медицинская Сколько? Сестра? Ну-ка. Показать полностью. Медицинская не написано. Написано, что заработная плата, оклад плюс надбавка, график сменный, дежурный. Сколько не написано? Ну, рублей 900 у нее будет зарплата. Ну, тут не написано, к сожалению. Долларов 300. Водитель будет. Такси на личном автомобиле 3500. Ну это тоже, это, блядь, везде. Тоже нихера себе 3500, так нормально. Больше 1000 баксов. Вот, нашел за 500 рублей. Давай, давай, что там? Охранник в обязанности. А, ну, не, тут, ну это тут условно 500 рублей, это не 500, это... Короче, видимо, это как... почасовали посуточно как-то так. Это типа как медицинский, это как уборщик, это такое не точно. Вот нормальная такая просто работа, кассир или там, не знаю. Ну, мастер по маникюру, вот, обычная работа, по-моему. Это да хуя, это супер прибыльный бизнес, это если ты не хуя. Если ты хочешь разбогатеть, ты идешь либо в такси, либо в маникюр. Грузчик, а вот грузчик. Ну, тут опять, наверное, почасовая какая-нибудь или посменная. Ну, там средняя, мне кажется, грузчиком около рублей, ну, 900 тысяч будет, то есть долларов 300 будет, нормально. Ну, тут график 2-2, тут как бы такой сменный. Ну, нормально. Тут от 800 написано. Но здесь, ну, по-моему, говорю... это не прямая зарплата, это опять сколько часов, там же есть часы какие-то, это тут тоже. Вот тракторист, вот, тракторист, ты говорил. Ну, давай, комбайнер, я говорил, ну. Ну, тракторист, комбайнер. От 1500 до 8000. Смотря сколько работать будешь. Тут нормально. Есть график 6.1, 5.2, 30.15, всякое, короче. От 1500 до 8000. Да, так, так и платят. Ну. Минимум получается 500 баксов. Минимум. А так он аж до 8. Ну, до 8 ты, наверное, какой-нибудь опять на это, на вахту на какую-нибудь запердоливаешь и пашешь целыми днями. Че ты, блядь, расстроился, блядь? Что, сейчас обратно в Белоруссию поедет? Пора домой, короче, дядь.